Испанка Гарбинья Мугуруса второй год подряд стала победительницей турнира женской теннисной ассоциации в Монтерее, обыграв в финале Викторию Азаренко из Республики Беларусь со счетом 6-1, 3-1. Азаренко не смогла доиграть матч из-за травмы ноги. Это седьмой трофей такого уровня в карьере 25-летней Мугурусы, бывшей первой ракетки мира в одиночном разряде.